Зимой 1908 года руководителю Императорского российского исторического музея Ивану Егоровичу Забелину пришло высочайшее уведомление, которое желали бы получить многие знатные мужи, да мало кто удостаивался. Уникальный, конечно, документ, абсолютно уникальный документ. На бланке министра народного просвещения 13 декабря 1908 года, номер 14980. И адресован его высокопревосходительству И.Е. Забелину Ивану Егоровичу. И дальше вот текст. «Милостивый государь Иван Егорович». Именным высочайшим указом, данным правительствующему сенату в 22-й день минувшего ноября, вы, милостивый государь, воздаяние от лично усердной и ревностной службы, всемилостивейше пожалованы в действительные тайные советники. Значит, что это такое? Чин действительного тайного советника – это второй чин по табели о рангах. Он, если мы посмотрим на перечень военных чинов, этот чин соответствует полному генералу, ну, по-современному генералу армии. За всю историю Российской империи, может быть, две, может быть, чуть больше сотни человек имели второй табельный чин. А он вообще, у него 5 классов образования. Вот этого знаменитого Преображенского училища при Екатерининском сиротском доме. Так чем же заслужил столь высокий чин человек, вошедший в историю как великий самоучка? Проезд рядом с историческим музеем сегодня называется Кремлевским. А с 1910 по 17 год он носил имя Забелина. Так что все, кто шел в музей знакомиться с русской историей, перво-наперво видели и запоминали именно эту фамилию. И только потом входили под своды живописного здания, которое с полным правом можно назвать памятником его создателям и в огромной степени творением историка Ивана Егоровича Забелина. Мы сейчас находимся в парадных сенях Государственного исторического музея. Музей основан был в 1872 году по указу императора Александра II. И далее началась очень тяжелая, сложная история по созданию музея, формирование его архитектурного облика, оформление его 47 залов. Комиссией по строительству музея руководил граф Уваров. Он и привлек в нее известного знатока Древней Руси Ивана Егоровича Забелина. Оба оказались заядлыми спорщиками. И все, что здесь видит глаз, рождалось в столкновении мнений. Это Забелин настоял на облике здания в средневековом русском стиле. И принцип оформления залов, где со скрупулезной точностью воссоздан дух самых разных исторических эпох, тоже его идея. И если двери открыты, вы то увидите прототип архитектуры Покровский собор. Вот. Это все в каждом зале имеет прототип древности. Будь то памятники археологии, только-только что открытые из кургана, или миниатюры из древних книг. Все это как бы выплеснулось на стены, полы и своды нашего музея. И вот в этом огромная заслуга Ивана Егоровича Забелина. Он хотел, чтобы история Отечества была понятна любому, даже человеку неграмотному. Поэтому каждый зал по замыслу Забелина должен был передавать образ жизни и времени предметно, вещественно. Кстати, приведу одну цифру, ошеломляющую. Вот когда я ее называю, люди падают в обморок. 24 года он стоял во главе музея, ну почти четверть века. С апреля 1885 до конца декабря 1908. Фонды музея выросли в 200 раз. В 200 раз! Это трудно себе представить, но это факт. Многие дарители несли предметы старины, рукописи, иконы, книги не просто в музей, а лично Забелину.
Доброе имя подвижника своего дела знала вся просвещенная Россия. Эти фонды открывают и некоторые факты биографии Ивана Егоровича. Именно ему вдова Достоевского Анна Григорьевна доверила бесценное наследие писателя. И Софья Андреевна Толстая пришла именно к Заберину с рукописями своего великого мужа. Меценаты Бахрушин, Щукин не только обращались к Ивану Егоровичу за советом, они передали в фонд музея существенную часть своих коллекций. А сам он ходил по торгам, по антикварным развалам, магазинам. Вот. И его очень боялись, потому что его невозможно было обмануть. Абсолютно невозможно. То есть никто ему не мог, как говорится, подсунуть подделку или какой-нибудь фальшак. Исключено. Заберин чувствовал вещи. Он знал, он говорит, о, нет, даже типа, убери подальше и никому не показывай. И торговался до пены у рта. Иногда торг начинался со 100 рублей, кончался 2-3. И все это он тащил в музей. Как муравей, пишет Алексей Станкевич, библиотекарь музея, как муравей тащил музей Забелин все. Забелин отдал музею всю свою личную коллекцию. И теперь здесь хранятся рукописи произведений Гоголя, письмо фон Визина родителям, послание князя Ивана Трубецкого из Стокгольма Петру I. Есть и свидетельство круга общения историка. Нож для разрезания бумаг, подарок от драматурга Островского с дарственной надписью или вот портрет Тургенева, на обороте его автограф. Таких раритетов сотни. Потрясающий архив личный. Плюс, конечно, его личные документы, его научные черновики, его работы и так далее, и так далее. А сколько икон, а сколько бытовых предметов он передал в музей. Тоже очень и очень много. А его капитал, который он накопил, он жадненький был, он скаридный такой был. Но он копил-то для кого? Не для себя. Так случилось. Мне повезло, что я работала ряд лет в отделе письменных источников исторического музея, где и хранятся дневники и записные книжки Ивана Егоровича Забелина. Он вел их, начиная с 1837 года, 17-летним начал, до 1908 года. И если листать, вы увидите, как сначала молодой человек пишет аккуратненько, а потом уже последние записи, так еле-еле рука двигалась. То есть передо мной прошла вот на этих страницах, ну, по сути, вся жизнь этого необыкновенного человека. Из дневников Ивана Забелина. 11 ноября 1837 года, четверг. Я высвободился из тяжких объятий сиротского дома и поступил на службу в канцелярию оружейной палаты. Это первая запись. 17-летний юноша задумал вносить в дневники все замечательное, что с ним случится. Но оценить в полной мере значение службы в оружейной палате, конечно, не мог. Работа в оружейной палате сделала его мастером архивного дела, мастером архивной работы. И огромное количество знаний он получил, и навыков, ведь это очень важно, иметь навыки архивной работы. Когда ты с лупой сидишь и мучаешься, читая скоропись там 16-го, 17-го, 18-го века, некоторые люди, несведущие, когда им показываешь такой документ, они спрашивают, а на каком языке это написано? Потому что они не могут увидеть там практически ни одной знакомой для себя буквы. А это русский язык. Но это скоропись, понимаете? Иван Забелин, канцелярист второго разряда, ниже должности не было, оказался упорным малым. Он часами сидел над этими закорючками и все-таки добился своего. Научился читать и систематизировать древнейшие рукописи, о существовании которых, к тому же, ученый мир даже не догадывался. Это были неразобранные, складированные,
архивы приказов. Многие из них поели мыши, многие из них погибли из-за плесени. Они в подвалах часто хранились, в каких-то случайных мешках, в каких-то полках непонятных, там, поддонах, там, чем угодно. Первым заметил талант архивного юноши знаток московской истории, фольклорист, археолог и искусствовед Иван Михайлович Снегирев. И фраза такая у него была любимая. «А нет ли у вас чего-нибудь новенького и старенького?» И юноша охотно ему это новенькое из старенького предоставлял. Но самым неожиданным для наставника оказалось то, что Иван Забелин не просто разбирал и описывал документы, но пробовал свои силы как историк. Писал статью о походах русских царей на Богомолье в Троице-Сергиеву Лавру. И, наконец, отважился показать ее Снегиреву. А тот отнесся к пробе пера довольно холодно. Иван Михайлович сразу почувствовал, что имеет дело с очень талантливым человеком. Наверное, где-то в глубине души он чуть-чуть расстроился и испугался, что этот юноша может перестать делиться с ним вот той свежайшей информацией, никем не тронутой информацией, которая хранится в этих архивах. Статья о троицких походах вышла в 1842 году. Она и считается началом научно-исторической деятельности Забелина. По черновикам видно, с какой кропотливостью и усердием он работал и какую высокую планку задал сам себе. Из дневников Ивана Забелина. Я стал сознавать, что боялся выходить с малым и незрелым делом на суд публичный. Боялся высоты суда науки, как я понимал этот суд. Я ценил науку так чисто и высоко, что стыдился выйти к ней с неумытым рылом. Стеснительный и, может быть, потому ершистый, неуживчивый и терпимый к чужой и чуждой ему самонадеянности и праздности, Забелин без устали создавал себя сам. Рассчитывал он только на свои силы. С самого раннего детства. Ведь, по сути, он был, как бы мы сейчас сказали, беспризорником. Отец умер, матери было некогда заниматься. Им известно, что брата Ивана Егоровича она вынуждена была отдать в воспитательный дом, поскольку было не прокормить двух сыновей. И сам Иван с детства слышал от нее, что он обуза, что он мешает. И вот мальчик ходит по московским улицам, он предоставлен сам себе, и другой бы связался с какой-то нехорошей компанией, пропал бы, может быть. Но не таков был Иван Забелин. Была в этом мальчишке поразительная способность во всем находить интерес. Он не просто копеечки на жизнь зарабатывал, а учился мастерству звонаря, церковные песнопения изучал и с удивительным для ребенка вниманием присматривался к окружающей жизни, к людям. А в 12 лет сбылась его мечта. Иван пошел учиться в Преображенское сиротское училище Екатерининской богадельни. Неуютно здесь было, да и преподавали скверно, зато бесплатно. Сказать, что он был жаден до знаний и до учебы, это ничего не сказать. Но он в первый же год стал первым учеником, просто первым, номер один, по всем предметам. Хотя, конечно, всегда больше всего он увлекался историей. Иногда, когда ему удавалось там, ну, что-то где-то как-то подзаработать, то эти именно копейки, речь идет о копейках, он тратил на самые дешевые лубочные книжки. Вот, но когда не было и этих копеек, он придумал следующий ход. В Преображенском училище давали на завтрак белый хлеб. По тем временам белый хлеб могли позволить себе немногие. И он спрятал этот белый хлеб и выменивал его вот на эти копеечные книжки. И таким образом он собирал библиотеку. В этот живописный квартал Москвы Иван Забелин заглядывал не раз. Во-первых, потому что совсем рядом находился Московский архив коллегии иностранных дел, а Забелин и архив – понятия неразделимые. Во-вторых, он знал и любил Москву, ее историю, а это место с богатым прошлым. Но причина, по которой улица названа его именем, вероятно, заключается в том, что неподалеку, вот в этом здании, хранится часть личной библиотеки Забелина, собранной им за долгие годы. И человек, который себя создавал на основе
тех текстов, которые он читал. Ничего другого у него не было. Не было систематического образования, не было каких-то таких наставников, которые ему устно ему что-то передавали. Он все узнавал из книг, из рукописных документов. И в этом отношении то, что попало к нам, чрезвычайно интересно. Это монографии по истории страны, истории России, вот, ну, собрание писем императора Петра I. Вот это как раз, вот, я бы сказал, из классических вещей, которые интересовали, которые собирал Иван Егорович в своей библиотеке. Ну вот, два словаря совершенно случайно попались. Один из них – комический словарь. Его полное название – словарь комический, сатирический, критический, пословиц, поговорок, всего того, что к этому относится. Вот, это 1786 год. Следующий исторический словарь религиозных культов. То есть совсем разные вещи в этом. Словарь басен. Вообще, вот все, что он собирал, это собиралось именно для того, чтобы учиться. Из дневников Ивана Забелина. Каждый из нас есть художник, творец своей жизни. Каждая биография есть история такого творчества, то есть того, как человек делает сам себя, высекает из мрамора обстоятельств и среды свой индивидуальный образ. Кстати, среди его друзей находились такие вспыльчивые нахалы, как, например, Николай Христофорович Кетчер, который как-то открыто ему, просто открыто, ну, в перепалке, в споре, он сказал: «Ну, у тебя же нет высшего образования, у тебя ни университетов ты не кончал, ничего, ну что ты споришь вообще с образованными по-настоящему людьми?» Забелин очень болезненно к этому относился. Всю жизнь Забелин учился и создавал себя. И всю жизнь натыкался на невидимую, но очень для него ощутимую преграду при общении. Каких бы высот он ни достигал, он всегда чувствовал разницу в происхождении, уровне достатка, образования. Но был он с характером, Иван Егорович Забелин. И чем больше сопротивления получал, тем яростнее отстаивал свое понимание истории и роли историка. Забелин не мог так, как это делали люди уровня Иловайского, Соловьева, Ключевского. Он не мог подняться до уровня их научных, академических обобщений, выводов, но как бытописатель и знаток деталей, нюансов, исторических мелочей, ему равных не было вообще на тот момент. И в библиотеке он собирает книги, казалось бы, ну, совершенно не... Что историку такие книги? Ну вот, пожалуйста. «Книга для охотников до звериной и птичьей ловли». Или... «Полная хозяйственная книга, относящаяся до внутреннего домоводства как городских, так и деревенских жителей, хозяев и хозяек». И здесь он, видимо, черпал такую нужную ему информацию. И такого рода вещей достаточно много в его библиотеке. И его интерес к детали, к частности, он просто прослеживается во всем. И в его публикациях, и в его отношении к монографиям, к обобщающим вещам. Потому что обобщение – это всегда искажение. Вот, наверное, это первый у нас историк, которого можно назвать историком повседневности. Когда через там, события в какой-то маленькой семье или в маленькой деревне, через повседневный быт ты понимаешь эпоху гораздо лучше, чем смотря на нее сверху вниз. Это нам, современникам, понятные, в общем-то, ясные направления исторической науки, нам, людям 21 века. А в то время это было абсолютно новое направление, это был целый мир, который был неизвестен не только читающей публике, но и историкам-специалистам, которые в основном свое внимание заостряли на политической истории России, на биографиях великих князей, царей, императоров, на войнах, переворотах, экономическом развитии и так далее. А повседневная бытовая сторона, она считалась, в общем-то, ненужной, в чем-то даже скучной, заурядной. И Иван Егорович своими совершенно блестящими трудами показал, что это не так. Его книги «История быта царей и цариц», «История Москвы», «Описание соборов и монастырей», «Исследования отдельных периодов прошлого» созданы в жанре обыденной повседневной истории, им же самим разработанным. В каждом произведении Забелина обязательно присутствует скрупулезное описание быта, традиций, пристальное внимание к деталям,
этой живой ткани истории, которая стала его коньком. К нему обращались актеры, к нему обращались режиссеры, к нему приходили художники за консультацией, за справкой. Им восхищался Тургенев, еще когда Забелин был просто юным. Ну, что там, 31 год. В 1851 году Тургенев написал, познакомился с Забелиным. «Светлый русский ум и живая ясность взгляда. Он водил меня по московским древностям». А Лев Николаевич Толстой, который просто приезжал к Забелину, считая для себя удовольствием, писал ему письма, дарил ему свои книги, в частности «Войну и мир». Вот. Он обращался постоянно к Забелину за справками. Картина Ильи Репина «Иван Грозный убивает своего сына» родилась под впечатлением от рассказов Забелина. На полотне Вячеслава Шварца мы можем рассмотреть терем царя Алексея Михайловича, а по деталям понять его характер, и тоже благодаря Забелину. С ним советовались Васнецов, Серов, да многие. Из дневников Ивана Забелина. В воскресенье утром получаю записку. Фрейлина государыни великой княгини Елены Павловны по приказанию ее императорского высочества просит Ивана Егоровича Забелина пожаловать к ней сегодня в 7 часов вечера. Первая мысль о том, что вызов относится к моим писаниям. Вторая мысль, в чем идти, явиться. Амуниции нет, сапоги худы. Явился Иван Егорович на прием во фраке мецената Терентия Солдатенкова, в белом галстуке историка Грановского, жилетку-перчатки тоже позаимствовал. А только вошел, почувствовал себя свободно, как среди друзей. Живой интерес великой княгини к московским древностям помог забыть и про жилетку, и про галстук. Иван Егорович жил достаточно тяжело большую часть своей жизни. У него была большая семья, 8 детей, из них только 2 дочки доживут до совершеннолетия, до взрослого возраста. Но, тем не менее, жалование очень скромное и в оружейной палате, где он начал свою служебную деятельность, и в дворцовой конторе жалование архивариуса. Архивная деятельность, она, в общем-то, никогда богато не оплачивалась. В конце 50-х, начале 60-х годов Забелин круто изменил свою жизнь. Оставил архивную работу и принял предложение войти в императорскую археологическую комиссию. Конечно, он рассчитывал получать больше. И ошибся. Зато стал археологом с мировым именем. Такая уж у него была судьба – работать не за деньги, а за интерес. Им были найдены вещи, памятники истории, по сути, мирового значения. Но и записные книжки Забелина за ряд лет посвящены именно его пребыванию на раскопках в Екатеринославской губернии, Тамани. И сейчас мы видим фрагменты конского убранства, которые были найдены Забелиным в кургане, который назывался «Козел». Скифские курганы давали ему то, что он очень любил – мир подробностей, важных деталей жизни. Только вот незадача. Все, что он находил, уплывало в другие руки. Находки отправлялись в столицу, в Эрмитаж. А Забелину, который привык доводить все дела до конца, оставалась только черновая работа. И он ушел в отставку. Зато благодаря этому обстоятельству у него появилось время много и плодотворно писать. Работа в архивах, научные труды, археология. Кажется, всю жизнь Иван Забелин готовил себя к тому, чтобы с полным пониманием смысла и задач начать создавать музей отечественной памяти. А с 1885 года его возглавить. Исторический музей стал призванием и домом. Завещание Забелина уникально. Я тоже держал неоднократно в руках этот замечательный документ. Он опубликован, но тем не менее, вот когда вы в подлиннике берете этот документ, ему было не безразлично о том, что будет происходить после него. Иван Егорович написал этот документ в 1905 году. К тому времени у него оставалось только 2 родных существа – дочь Мария Ивановна и музей. Все мною нажитое и у меня имеющееся завещаю им. И далее, в случае кончины моей дочери,
все имущество полностью переходит в собственность Российского исторического музея. И приписка, вот это самое удивительное, другим, невесть откуда могущим появиться наследникам, я не оставляю ни порошинки. Вот такое завещание. Но главное, что оставил будущим поколениям член-корреспондент Академии наук, почетный член Академии художеств и 4 университетов, действительный тайный советник и великий самоучка Иван Егорович Забелин, бесценную возможность читать его книги, приходить в исторический музей и узнавать свои истоки, а значит, самих себя.